Ну, после того, как мы закончили танцевать, у нас началась новая жизнь, которая выражается в наших учениках и вот в этом кубке. Мы делаем много различных вещей, но вот одно из самых таких значимых, больших детищ наших, вот этот турнир. То, что немного клубов в всем множестве российских коллективов, клубов, которые входят в элиту танцевания. Можно русский клуб назвать кузницей спортсменов высокого мастерства, высших достижений. Поэтому, безусловно, связь с и поддержка такого клуба, она важна для компаний, которые, для всех компаний, которые стремятся к таким же высотам в своем деле. Каждый турнир для меня, конечно, праздник, а русский клуб – это турнир русского клуба особенно, потому что дети у меня занимались в этом клубе. Я знаю очень хорошо педагогов и знаю, сколько хороших, интересных людей и судей честных приезжают сюда, а также очень большое количество людей собирает русский клуб. Я бы пожелал русскому клубу, да что в принципе желать, турнир настолько успешный, я считаю, что перспективы его развития, достаточно посмотреть на количество пар сегодня, у нас только в латине больше 300 пар, это будет третий день соревнования, это вот я думаю, что будет ближайшая перспектива этого турнира, а турнир настолько популярен, что уже достаточно просто вставить его в график расписания соревнований, и можно не давать рекламу, потому что все равно приедут сюда все.
Танцорам я хотела бы пожелать удачи, оптимизма. Ну, и, наверное, все-таки победа, первое место – это не самое главное. Главное, чтобы танцы для вас сопровождались всю жизнь и были вместе с вами. Сам занимался бальными танцами с детства. Мало того, я закончил Государственный институт театрального искусства имени В.Л. Луначарского. И, в общем-то, именно с точки зрения человека, который получил высшее театральное образование, мне бы хотелось танцорам пожелать смотреть на жизнь широко раскрытыми глазами, не замыкаться на одном спорте, ходить в театр, повышать свой культурный уровень, потому что в мире очень много всего интересного, помимо танцев.